Ты жива? Да. Слава Богу. Ёб твою мать, блядь. Валерчик, отсоедини, пожалуйста. Все нормально. Все целое? Да. Там и пристёгнуто. Да. Я должен помочь узнать, почему. Круто. Ой, мама. Я знаю, что ты злишься. Он в милицию влезался. Ну, это его проблемы. Работу. Они получают огромное удовольствие и говорят всем, что если вы покупаете, например, копченое мясо в магазине, вы же прочитаете, читаете, что там написано. Стабилизаторы, красители, ну, различные добавки, да, которые действительно не очень полезны для нашего организма. А в нашем мясе, в нашем суфилинге только соль и мясо. Спасибо. Потому что тут никого нет. Да какая разница? Ну, потому что... Вот мы вставим кого-то. Стой. Ага. 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 Вообще, это точно. Это Это что было? А вон, да, вон это, блядь, железная труба, короче, дырала. Пиздец. Волонтеры? Да. Ты на работе, у тебя там ребенок? А? У ребенка кончилась шпаклевка. Ох, ёлок. Ох, что? Комбатантов 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» и так далее, и так далее. Эти люди нужны исключительно как пушечное мясо. Донат, если у них пропадает, они все оказываются на обочине истории. Условно, ни один человек... Блядь, пиздец! Опять! Ёбаный в рот!
авария, нахуй, и мне въебал. Пиздец. Да. Ты долбоебина, ёб твою мать. Правда, не все. Тебе аккумулятор снимай. Есть, но... Не пропусти акции действительно, пока подарки есть в наличии. Информация в организации акции, какое-то определение количества подарков, сроков, месте и порядке их получения в магазин «Крепкуш». Реклама «Мэйн Робби Плюс». Телефон 325-9494. Говорю, здесь может быть нихуя себе. Пиздец. Можно нижний сжать. У тебя сейчас верхний зажать, нажать по максимуму. Бах! Приехали, блин. У тебя видео на регистраторе осталось? Да. А этот красавец со второго ряда, ну пиздец ему чё. Твою бога мать твою, блять, а! Молодцы, Блять, заходим, блять. Блять, заходим, блять.